Город Чехов вырос из села Лопастня с 1954 года. Население данного города на 2019 год 71 932 человека. Что? Подожди, подожди, не мешай мне. Смотри, в честь кого назвали город? В честь Антона Павловича Чехова, российского писателя. Недалеко от города Чехов в Мелехово находится его усадьба. Сейчас на данный момент это музей. Что ты говоришь? Дай-ка я тебе расскажу. Короче, смотри, большая часть города расположена на левом берегу Лопасни. Речка такая, Лопасня есть. Вот, он, сука, там, извините. Вот, рядом с церковью Зачастия Сетюанны находится фамильный некрополь Пушкиных. Вот, в число крупнейших промышленных предприятий города входит шоколадная фабрика Барри Калибаут, Чеховский полиграфический комбинат. А в Чехове действуют крупнейшие розничные сети, массовые, такие как Била, Асян, Зикси, Перекрёсточек, Каруселечка, Пятёрочка и Торнадо, и Магнитичек. Вот такой маленький Магнитичек и большой есть. Ну, не совсем большой, но есть. Вот сейчас мы в парке. В парке тут водичка. Это все Лопасня, да. В 2011 году в эксплуатацию сдан торговый развлекательный центр «Карнавал» на улице Московская. Вот такие вот дела. С 2003 года в Чехове работает дворец спорта «Олимпийский». В 2004 году построили дворец. Вот, это, кстати, «Карнавал» вот показываю сейчас вам. И вот Чехов, Антон Павлович, в честь его город назвали, да. А, да, в 2004 году построили ледовый хоккейный центр. Вот, вот сейчас видите, фантастик красивый, ой, красота. Ну, что еще рассказать про Чехов? Чехов – самый зеленый город Московской области. Рот не отлихпыл, я вот отвечаю за базар. Зимон, теперь твоя очередь. Ну, я даже не знаю теперь, что добавить. Вот мужчина идет, голубь идет. Сейчас мы видим машину проехать. Вот это вход в городской парк. Вот тут у нас музей писем Антона Павловича Чехова, памятник еще Антону Павловичу. Сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим, что там происходит. Давай ты расскажи. Ой, смотрите, какое красивое здание. Вот, вот охранники тут у нас стоят. Еще с тех времен стоят и стоят. И все охраняют и охраняют. Смотрите, какие столики там, вот деревяшки. Карта, серая карта музея. Ага, такая большой музей как будто. Вот, а это у нас железная дорога от Москвы до Тулы. Вот, сука. Можно доехать до Курского вокзала и до Тульского там вокзала, наверное. На самом деле, не знаю. Вот, это... Так вот так. Сейчас мы полетаем с вами чуть-чуть на Чехово. Стоит вывеска «Я люблю Чехов», как и во всей России «Я люблю всю Россию», правильно? Да, вот. Шокильный, вот тот самый, который построили в 2007 году. Центр «Витязь», вот. Назывался он «Ледовый хоккейный центр 2004», а теперь центр «Витязь», там занимается хоккейная командочка, вот. И что еще рассказать вам про Чехов? Чехов – это замечательный город для прогулок, для жизни, для путешествий сюда. Вот смотрите, красота, да? Видно, что в этой воде купаться нельзя. Ну, не предусмотрена вода для купания. А вот сейчас мы видим Зачастинскую церковь. Церковь, и вот как раз здесь вот у нас некрополь Пушкиных, то есть захоронение его родственников. Вот такие вот. Такая вот информация для вас. Если вы не знали, теперь будете знать. Вот. Да? Да, Дим? Да, да, все правильно. Отсюда у нас сейчас мы летаем над нашим городом Чехов. Я думаю, что вам нравится моя озвучка. Я стараюсь матом не ругаться, потому что церковь показывают такие вот всякие. Поэтому сложно мне рассказывать без матерсильных. Вот. Красота, лепота, как бы сказал тот самый Иван Грозный, или кто там говорил в фильме Гайдай, это помните, да? Лепота, вот. А вот тут у нас усадьба, парк с водичками, красота здесь, свадьбы фотографировать, ой, замечательно. Вот родник у нас светлый, симпатичный вообще. О, я бы там искупался. Но нельзя, говорят. Не, я видел там, ну, это под шафе кто-то был. Нельзя так. Не, ну, не, я против таких вещей, когда там выпил, пошел купаться.
Нельзя же. Если было бы можно, там было бы написано «можно купаться». Вот. Расскажу вам сейчас я сказку, как лягушку царевну нашел. Вот, наверное, здесь как раз ее и нашли, эту лягушку-то. Она прыгала-прыгала, и Иван, он отсюда, он с олимпийской этой гостиницы стрельнул и прям сюда попался. Сука, ворот меня сих-пых, извините, вырвалось. Ну, все, Димон, наверное, пора заканчивать. Да, будем заканчивать. Вот туда будет Серпухов. Может быть, в следующем видео. Всем пока.